Исповедь старика. Зачем всю жизнь свою отдал семье и детям? Работал день и ночь. Здоровья не жалел. И отпусков не знал, надеялся, оценят, что устаю порой сказать, я им не смел. Исполнил свой я долг, всем дал образование, помог на ноги встать, семью свою создать. Но выше моих сил и выше понимания, что я теперь один, что можно так предать. Я в тягость всем теперь, и сыновьям, и дочкам. Жены давно уж нет, покинула наш свет. Я к ней хочу теперь поставить в жизни точку. Устал я лишним быть, и это не секрет. Все дети собрались и долго не рядились. Приют меня отдать решили, не стыдясь. А я сидел, молчал, глаза мои слезились, тихонечко вздыхал с надеждой, умолясь. Молитвы не дошли, наверное, до Бога. Отправили в приют, здесь буду умирать. Я много не просил, да мне не нужно много. Не научил любить, учусь теперь прощать. Thank you.